Привет всем, короткий ролик. Вот я все-таки купил преобразователь 12 вольт 250, 220, ну, с чистым синусом, хотя у меня в прицепе стоит преобразователь с чистым синусом, но он у меня стоит без пульта управления. Естественно, я сейчас заменю на новый, причем здесь честных 2500, никаких фальшивых, поэтому распаковочку делаю и заодно короткий обзорчик. Вот, хорошая упаковка, кстати, чтоб не разбился, не развалился. 2500, он очень массивно выглядит, навес очень тяжелый. Проверить, к сожалению, я сейчас его не проверю. Провода, самоуправления, это не нужно будет лазить куда-то либо что-то либо включать, просто все делается с пульта. Здесь, естественно, вот подключение для пульта управления, здесь включение выключение, здесь лампочка зеленая, что работает, красная лампочка перегруз, две вилки европейских для входа, для выхода 220 вольт. Корпус алюминиевый с хорошими такими креплениями под, так что под закрепить, чтобы он не болтался, и удобно уже сделано, кстати. Провода, которые идут в комплекте, пульт управления. Ну все, вроде больше ничего нету. Вот таких четыре мощных. Так что чистый синус гарантирован. Ну, мне чистый синус нужен для холодильника и для телевизора, компьютера. Все, больше ничего не нужно. Ну, естественно, зарядка. Так что такой короткий обзор. Вот такая новинка в прицеп дачу. В принципе, не реклама. Всем рекомендую, кто хочет приобрести. Кстати, такое же устройство у нас стоит в 2-3 раза дороже, если покупать его в России. Доставка очень быстрая, меньше месяца. Ну, так что всем спасибо, кто был на моем каналчике. Пока-пока.